Посмотри, какую прикольную фичу сделал разработчик. Обрати внимание на экран. Смотри, 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 сейчас пойдет, пойдет сверху. Вот полосочка пошла. Пошла, пошла, родимая. Опс, готово. Вот такую вот интересную фичу сделал разработчик Роман. Российский разработчик, вдохновленный вот этой вот игрой. Постапокалипсис, там, значит, какая-то радиоактивная катастрофа, короче, осадки радиоактивные, и люди там выживают. Смотри этот видос, в конце скажу о подарке, который вас ждет. Погнали! Вот так, дорогие друзья, выглядит режим AOT, или экран всегда включен на данном циферблате. Все, что нужно, видно, причем хорошо. Ну а вот так и никак иначе. Данный циферблат будет у вас выглядеть, когда вы его скачаете. Там еще и куча настройек, о которых мы поговорим с вами. Ну и пошли мы сверху, дорогие друзья. Здесь у нас, значит, еще заряд батареечки. Дальше пульс будет показывать. Здесь день и месяц, 19 число, 11 месяц. Дни недели, обратите внимание, здесь появляется тоже прикольно видно, едкие цвета в глаза бросают. Цифровое время, режим может быть как 12-часовой, так и 24-х, как у меня. Далее мы с вами видим, сколько мы прошли, и значение меняется, сколько шагов, и далее километр. Здесь указано, какой параметр часов, 2-4 в моем случае. Здесь у нас восход-закат, ну и дальше уведомления, как вы видите. Здесь у нас есть еще один виджет, который мы с вами можем добавить. Ну а теперь погнали по настроечкам, посмотрим. А, еще ж я забыл, смотрите, стрелочка секундная вот так идет. Она, кстати, убирается, о чем сейчас мы, что мы сейчас с вами и увидим. Цвета. Цветов здесь куча кучная. Цвета здесь, как вы видите, кислотные. Ну, под стать тому, о чем циферблат. Здесь их куча, как вы видите, и разных едких и ярких. Далее у нас, дорогие друзья, меняется секундная стрелка. Либо вот этот вот кругляшочек, который вы видите, вот сейчас он есть. А если мы сделаем вот так, его не станет. Другими словами, он убирает. Здесь, в этой позиции, у нас просто упрощенный режим AOT. Глянем, как он выглядит. Простой режим AOT выглядит вот так. Все, больше никакой информации, только одно цифровое время просто здоровыми цифрами. Ну и последняя, дорогие друзья, настроечка. Это вот у нас есть три ярлычка и два виджета. Пожалуйста, выбирайте любую, ставите то, что вы хотите, и ваш циферблатик готов. Если хотите вот такой, если хотите такой. Короче, выбирайте цвет, какой вам надо, и настраивайте, как вам надо. Ну а теперь о подарке. Данный циферблат будет 3 дня бесплатно. Качайте, устанавливайте, и не забудьте написать разработчику, поставить 5 звезд и написать, что это действительно крутая работа. Это действительно так. Ну а вы были, дорогие друзья, на канале SmartWatch. Подписывайтесь, лайки, комментарии. Пока!